просто дайте постоять. Дайте волю народу, да. Мы здесь еще где-то. Девушку не забирайте. Нет, она ничего не сказала. Меня заберите. Девушку, идите домой. Меня заберите. А почему не успокаивать? Я на нервах, я на эмоциях. Давайте, девушку отпустите, это мое все. Девушка, вы домой идет. Пусть парни в эти ваши цирки друга там просто собираете. На дело там до вечера не доходит. Знаешь, какую цену ты уже? Расскажите, что с Эмоции. У меня есть право на эмоции, у меня огромные эмоции. Я что, не имею права высказать? Я не знаю, почему у вас сотрудники. Вы это эмоции имеете, но вы... Что там, разнарядки можно высказать? Подать уведомление официально. Выйти тогда, а понимаете? А это не считается уведомлением? Нет, конечно, это не считается уведомлением. Соответственно, все еще федеральным законом мы должны давать уведомление в орган местного управления. Знание законов не снимает с вас вины, понимаете? Вы меня теперь посадите, и почему вы посадите? Просто я говорю, мы должны проехать и опросить вас по этому факту. По какому? Девушку не по поводу. Не надо меня, пожалуйста. Девушку не забирайте, да и все. Что там? Я вам предлагаю просто элементарно. Не, мы не можем. По конституции мы имеем право выражать свое мнение. Так зачем вообще конституция нужна? Отличное вторсырье, конституция. Это наше право. Мы граждане. Мы народ. Мы представляем граждан. Народ. Вы, как сотрудники правоохранительных органов, должны защищать нас, как граждан, и обеспечивать правопорядок. Здесь ничего не нарушается. Послушайте, я вам же объясняю с точки зрения закона. Да, да. Все, вы поняли. Подождите. Федеральный закон. Я извиняюсь, можно я? Мы вас понимаем. Мы понимаем, что по вашим законам, которые приняла правительство, по нашим законам, все граждане. Да, по нашим законам, правительство, которое сейчас сидит, они обязательно, они дали вам все инструменты для того, чтобы наши гражданские законные мирные митинги не проводили. Вы это сами прекрасно знаете. Нам здесь не было. Вы просто люди, кто сидел дома неравнодушно, не согласны с политикой нашего центра. Мы пришли сюда сказать свое слово. И вы, сотрудники, как обычно, сейчас начнете нас разгонять. Там начнете. Что вы начнете? Ну давайте так. Ну, пока я скажу, что вы хорошо. Мы нормально. Да, мы нормально. Вы должны были уведомление подать, да? Да. В орган местного самоуправления. Да. В орган местного самоуправления вам разрешил дает бы нас, ответ. Да. Дает ответ официально. Да. Соответственно, после этого вы уже определяете конкретно ответственных лиц, кто здесь должен обеспечивать тот или иной порядок проведения того же. Вопросов нет. Согласен. Да, правильно.